Есть мнение, что женщины много болтают, но «Квартет И» в очередной раз меняет взгляд зрителей на мир. Мы на примере фильма «О чем говорят мужчины» продолжение. Спасибо вам большое, мы рады вас видеть. Все, нет, я прищурился. Главное – это любовь и уважение, которое мы пронесли. Мы, ребята из «Квартета И» 30. Долгих лет. Хотим сказать вам, что у нас, значит, мы за разные вещи отвечаем. Саша у нас отвечает за пронзительную нотку. Как он сам выражается, он с грустинкой. На сей раз герои фильма отправляются в путешествие из Москвы в Петербург, чтобы поймать вдохновение в 5 часов утра и избавиться от проблем хотя бы на пару дней. Леша, как у тебя дела? Хорошо? У меня? Хорошо! Я вот слышу, у вас интересный разговор да. про то, как у кого дела. Да. Так вот у меня дела. Хорошо? А вы похожи на своих героев? Ну, внешне точно очень похожи. И внутренне мы близки. Да. Ну, хотя занимаемся мы в жизни не тем, чем занимаемся там, ну, не все. Ну, да, по характеру, наверное, какие-то пересечения, в общем, большие есть. А что вас вдохновляет на совместную работу? Жизнь. Нам как-то, во-первых, нужно зарабатывать деньги, и это вдохновляет. И это такой эквивалент твоей успешности. А во-вторых, юмор – это наш способ понять, что происходит с нами и что происходит вокруг. Как вы думаете, в чем успех фильма, что страна потребовала, ну, захотела продолжение? Ну, такого запроса стороны на продолжение не было. Мы сами просто это почувствовали по ощущениям, что надо снимать продолжение. Есть что сказать. Накопилось. Просто посмотри на него. Как у меня с ним может что-то быть? Ну ты посмотри на меня. Как у нее со мной может что-то быть? А? Почему нет? Почему вот со мной да, а с ним нет? Успех фильма, мне кажется, предыдущего и предпредыдущего в том, что, во-первых, он плотно насыщен всякими шутками и репризами, рассуждениями интересными, парадоксальными. Во-вторых, четыре друга очень приятно наблюдать за людьми, которые могут искренне друг с другом разговаривать. Это редкость. А вы хотите узнать, как у меня дела? А как у тебя дела? У меня дела. Хорошо! У вас есть совместная жизнь и общение вне карьеры? Конечно, мы... Квартира у нас есть, да. Общая, конечно, да. Нас складывают конечно. Сундучок после спектакля. Мы высыпают нафталином. Да, мы там спим. Не, на самом деле жизнь существует. Слава так с Лешей вообще просто... Не разлей. Не разлей вода. Вот, мы с Камилем разлей вода. Но мы так долго вместе, что нам порой... даже и не нужно встречаться, нам достаточно того, что мы видимся за кулисами спектаклей, в театре, на гастролях. Ну, то есть, да, нам не нужно встречаться вне театра, чтобы чувствовать, что мы вместе. То есть, ну, мы и так насыщены друг другом, потому что мы... Потому что мы уже 30 лет друг друга знаем. Вот. Чемпион. Картину представили Ростислав Хаид, Камиль Ларин, Александр Демидов и Леонид Барат. О настоящей дружбе «Квартета И» узнали Маша Андронова и Арина Жукова.